Долгожданный дорожный знак уже призывно возвышается над зеброй пешеходного перехода в станице Анапской. И в подземке уже даже можно прогуляться, хотя общему потоку пешеходов только с понедельника. К сожалению, жителям и гостям города придется потерпеть буквально 3-4 дня. Сегодня заканчивается монтаж перильных ограждений внутри, для того, чтобы удобно было людям ходить. И заканчивается монтаж подъемников для того, чтобы поднимать людей с ограниченными физическими возможностями. Без этого мы просто не хотим сдавать и не имеем права сдавать переход пешеходный. Работы осталось немного, но это для самой важной категории населения. Для тех, чьи возможности в передвижении ограничены, устанавливаются электрические лифты для спуска и подъема в подземку. А сроки пуска в эксплуатацию этого уникального объекта изначально сдвинули сложные грунтовые работы. Расчетное время строительства этого объекта, оно было 2,5 месяца, мы бы в него уложились без каких-либо проблем. Но геология не учла, мы здесь наткнулись на плывун, который невозможно было обойти, потому что очень увлажненный грунт, и были вынуждены ограждать весь котлован шпунтом Ларсена для того, чтобы можно было работать в котловане. Вот это нас практически на полтора месяца растянуло сроки. За выходные строители обещают завершить монтаж оборудования для инвалидов, привести в идеальное состояние пол, и милости просим пешеходов прохладу безопасного и современного пешеходного перехода.